Вернемся к новостям. Старым домам особое внимание. В Красноярске взялись за реконструкцию зданий, представляющих историческую или культурную ценность. Среди них есть и многоквартирные жилые дома, и общественные здания, в том числе и здания федеральной собственности. Большинство расположены в историческом центре Красноярска, в центральном железнодорожном районах города. Срок эксплуатации этих объектов более 50 лет, поэтому нередки случаи обрушения фрагментов домов. Специалисты в течение 2 недель проведут повторную оценку объектов и проверят состояние фасадов, а также лепнин и карнизов. В целом по городу подобных домов насчитывается больше 100. Часть уже приведена в порядок, остальные будут находиться под особым контролем и отремонтированы в ближайшее время. Все те дома, которые сегодня вот обследовали, они вызывают настороженность, беспокойство, но будем так говорить, что сегодня управляющая компания о них знает, и мы принимаем все, чтобы, по крайней мере, быстрее их обезопасить.